за счастьем, вот мои ладошки. Боженька, ну жалься, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя сдаваться. Людям очень важно с мыслью просыпаться, что жива надежда, что нельзя сдаваться. Очередь за счастьем у тебя толпится, но намного больше тех, кто побоится к очереди этой присоединиться. Только иметь тоже счастье пригодится. Я раздам прохожим счастье по крупинкам, близким и не очень, рыжим и блондинкам, бедным и богатым, слесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нету. Бедным и богатым, слесарям, поэтам, недостойных счастья в мире просто нету. Ведь когда улыбки добрые встречаешь, о своих проблемах сразу забываешь. А когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. А когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. Нужно оглянуться, нужно присмотреться. Может, в чьем-то сердце к счастью скрыта дверца. Только вы не бойтесь в эту дверь стучаться. Пред любовью лучше не сопротивляться. И толпились люди, занимали место. Кто-то хочет денег, кто-то стать невестой. Для кого-то счастье сплетнями делиться. Очередь большая, все мелькает лица. Я пришла за счастьем, вот мои ладошки. Вижу, пусто птицы доклевали крошки. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже.